разбираем ситуацию расхождения. Заходим в датский порт. Осталось там 3 часа идти. Вот, справа у нас появился танкер. Вон, да, здесь sailing vessel, то есть парусник. Мы решили разойтись с ним, естественно, левыми бортами. Вот, я изменил курс на 7 градусов правее, попросил немножко изменить. Ну и сейчас мы расходимся в 3,5 кабельтов. Здесь тоже, как видим, да, глубины небольшие, у нас осадка 5,7. Вот, тоже отклоняться сильно от курса я не могу. Поэтому идем так. Вот. Здесь у нас тоже вышки идут, то есть тоже ограниченные в маневрах. Опять же мешают парусные суда справа. Я еще пару градусов могу, в принципе, взять. Но больше как бы не совсем желательно. Вот. Ну, смотрим, что будет дальше. Также тут видим, да, еще есть сетки. Надо за ними тоже смотреть, чтобы не намотать на винт. Особое внимание уделяйте этому обязательно. То есть вроде нет-нет, бах, и появился. Всегда так. Еще немножко подворачиваю. 3 градуса. Видим, да? Танкер уже с левой стороны остается. Вот что у нас на электронке получается. То есть нам до следующей точки поворота надо тоже это обращать внимание 11 минут, а с ним расхождение через 5 минут. То есть мы до поворота с ним разойдемся и сможем спокойно выйти на курс. То есть ходим здесь вообще близко, получается до берега всего лишь 1 миля. Совсем все тут рядом. Ну, берегов Дании, заходы во все порты, постоянно приходится держаться близко к берегу. Вот, каким-то навигационным опасностям тут без этого никак. Такой вот здесь трафик. Парусные суда у нас остаются все справа, они уходят к берегу, дальше тоже парусник. Он, кстати говоря, идет у нас, сейчас посмотрю в бинокль, он движется попутно, но он нам не мешает, мы сейчас все равно будем уходить влево. Там дальше тоже еще один парусник будет. Я думаю, проблем не составит разойтись. Вот он сам танкер. Все, мы с ним разбегаемся. Он, кстати говоря, идет прямо на сетку. Там все переграждено. Я его предупредил, что будь осторожней. Такие моменты тоже можно, в принципе. Это не обязательно, но почему не помочь братьям-морякам? Ну все, мы с ним, считай, расходимся. Я смотрю, на какой у меня курс лечь. Беру пейлинг, да, в точку следующего поворота. Вот, показывает мне 261 градус, грубо говоря. Соответственно, мы ложимся сейчас на этот курс. И выходим в точку. Все, на 261 положил. Ну, сейчас начинаем поворачивать. Многие спрашивали, как ты выходишь на курс, потом когда, в какой момент. Ну вот, судно уже фактически на траверзе. Мы с ним уже расходимся чисто. Поэтому можно маневрировать без каких-то сомнений. Вот. Шкала также стоит у нас сейчас 1,5 мили на радаре. Достаточно, чтобы хорошо просматривались мелкие суда. Вот мы видим, да, слева танкер, впереди парусное судно отбивается. Тоже здесь замечательно. Ну все, вот на 261 лег, да, видите. Курс у меня идет четко в следующую точку поворота. То есть берем пеллинг, ложимся на курс и выходим уже в точку. А потом уже ложимся на 252 градуса. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем пока.